Добрый день. На канале Афромангу Мукбанга очередная распаковочка. Лучок. Кто любит лук? Вот такой лук. Лук от всех простуд. Да. Такой лучок. В розовом пакете. Люблю лук. Так, и морковочка. Кто хочет погрызть морковочки? Вот такая морковка. Вот такая красивая. А запах? Скажи, что не острый кончик, а закругленный. Да. Она слаще. Кончик закругленный. Что здесь закругленный, что здесь. И сладкий морковь. Три чесночка, три головки, три, ну, видите, на моей руке, вот, показываю, три головки чесночка. Зубчики крупные. Да, зубчики. Молоко Пискаревского молокозавода, вкусное. Вот такое вот молоко, литр. 90 грамм. 900 грамм? А, не литр, да? 0,9 пишу. И вот такой батончик. Плохо, надо... А, литр, наверное, в другом пакете, в этом, полиэтиленовом. Я да? Это тоже полиэтиленовый. Так. Петрушка вот такая. Укроп. Укроп вот такой. Это не реклама. Перекрестка. А это сахар белый кристаллический, свекловичный. Вот, вот такой мешок песочку. 5 килограмм. Вот такая была распаковочка номер 48. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии под видео и ждем 49-ю распаковочку, которая будет скоро. Все. И смотрите другие видео на моем канале. Все, пока.